Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников. И кратко их биографию. Татьяна Ниловна Яблонская. Советский художник, живописец, график, педагог. Народный художник СССР. Лауреат двух сталинских премий второй степени. Государственной премии и национальной премии имени Шевченко. Герой Украины. В 1928 году семья Яблонская переехала в Одессу. В 30-й Каменец-Подольский, где она окончила семилетку, а затем в 1934 в Луганск. В 1933 году поступила в Киевский художественный техникум. В 1935 году, после закрытия техникума, стала студенткой живописного факультета Киевского художественного института, ныне Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, где проучилась до 1941 года. Окончила институт по специальности художник-живописец. Мастерская Федора Кричевского. На протяжении всей своей творческой жизни участвовала в многочисленных всеукраинских, всесоюзных и международных выставках, среди которых самыми значительными были Международная художественная выставка в Венеции в 1956 году и Всемирная выставка в Брюсселе. Начиная со студенческих лет, имела более чем 30 персональных выставок в Москве, Лондоне, Будапеште, Киеве и других городах. Картина «Перед стартом» 1947 года не была удостоена сталинской премии из-за объявленной тогда борьбы с формализмом. Слава и официальные признания не сказались на творческой натуре художницы. Многочисленные государственные награды, депутатство в Верховном Совете Украинской ССР, участие в руководящих органах творческих союзов Украины и СССР не смогли затмить самого большого счастья творчества. Более того, у художницы хватало смелости идти вопреки линии партии, когда она чувствовала свою правоту. В 1968 году на съезде художников Украины она выступила с резкой критикой опеки искусства со стороны партийных органов. После съезда ее картину «Жизнь продолжается» сняли с выставки за идеологически неправильный подход. А сама художница имела жесткий разговор с тогдашним секретарем ЦК КП Украины по пропаганде Андреем Скабой. После откровенных угроз ее сняли со всех должностей. Спустя несколько месяцев самого Скабу сняли с должности за разрыв с творческой интеллигенцией, а ее восстановили в прежнем статусе. Практически весь тираж ее альбома в народном стиле со стихами Ивана Драча, или Драча, я не знаю, здесь ударение, был уничтожен за национализм. С 1947 по 1973 год преподавала в Киевском государственном художественном институте, и учениками являлись множество известных художников Украины. Как я уже говорил, она была депутатом Верховного Совета Украинской ССР. После инсульта, случившегося в 1999 году, была прикована к инвалидному креслу. Умерла 17 июня 2005 года в возрасте 88 лет, похоронена на Байковском кладбище. Ну вот так вкратце о работах и биографии Татьяны Ниловны Яблонской. Советский художник-живописец, график, педагог, народный художник СССР, лауреат двух сталинских премий второй степени. Пока-пока, до свидания.